Власти Франции тем временем вдруг наделили званием почетного гражданина Парижа жительницу Пакистана, приговоренную к смерти за оскорбление чувств других верующих. Асия Биби находится под стражей в пакистанской тюрьме. Христианка Асия Биби, мать пятерых детей, уже пятый год находится в тюрьме. Она приговорена к смертной казни через повешение за негативные высказывания об исламской религии. Решение суда должно было быть исполнено после завершающего заседания по ее делу, которое состоится в мае. Власти Парижа просят помиловать Асию Биби и передать им женщину с семьей. Инициатором присвоения статуса почетного гражданина выступила мэр Парижа Анна Идальго. Она заявила, что таким образом Париж хочет поддержать женщин, которых привлекли к ответственности за религиозные убеждения. Тем временем такое решение может поделить французское общество на две части. Уже нашлись противники, которые назвали этот статус абсурдным. Я считаю, что это очень сильный поступок со стороны нашего мэра. Другим крупным городам Европы следует взять пример с Парижа, потому что эта проблема общемировая. Более 300 человек в год сажают в тюрьму за богохульство.